Меняются времена, меняются и нравы. Постепенно уходит в прошлое мода на шумные тусовки в ночных клубах. Сегодня в тренде классика, здоровый образ жизни и всестороннее развитие личности. Мы тоже не хотим отставать от моды, поэтому идем сегодня на вечер органной музыки. Подобные мероприятия в детской школе искусств города Видное далеко не редкость. Они проводятся регулярно, что отрадно, залы всегда полные. Концерты органной музыки в нашей школе проходят регулярно, ну, где-то, наверное, два раза или раз в месяц. Мы думаем, что очень много жителей нашего города любят классическую музыку, а те, которые не любят, еще мы их ждем, в общем-то, в наши ряды. Мы надеемся, что они будут пополняться. В Москве цены на такие концерты кусаются. Стоимость билета доходит порой до 3000 рублей. Благодаря Совету депутатов Ленинского района и общественной организации ветеранов «Боевое братство», которые привезли к нам музыкантов, вход был свободным. В Москве очень сложно попасть на такой концерт, а здесь вот мы занимаемся, дочка у меня занимается, и мы увидели объявление, и очень это как бы порадовало, что можно вот прийти и послушать так органную музыку. Орган по праву считается самым сложным музыкальным инструментом. Для игры на нем нужно использовать все тело, несколько клавиатур для рук, а также для ног. Чтобы играть на ней, органисту нужна специальная обувь. Истории знакомы множество случаев, когда пианисты падали в обморок от напряжения во время игры на этом инструменте. Именно поэтому большинство органистов в мире – мужчины. Этот инструмент, он достаточно сложен в координационном отношении, потому что надо играть не только руками, но и ногами. А потом, когда вы приезжаете с концертами на другой инструмент, где может варьироваться количество регистров, количество мануалов, немножечко по-другому сделан сама кафедра органная, то есть надо приспосабливаться. Татьяна – выпускница Нижегородской консерватории, аспирантуру заканчивала в высшей школе церковной музыки в Германии. Живет музыкант в Кирове. И к нам в Видное приехала специально для этого не совсем обычного концерта. Ведь в программе орган звучит дуэтом с другим музыкальным инструментом – баяном. Сочетание только на первый взгляд странное. Дело в том, что баян можно считать ближайшим родственником органа, потому что звукоизвлечение очень похоже. И звук, недаром говорят, что баян – это маленький орган, очень часто играют произведения Иоганна Себастьяна Баха, известного органиста. На баяне звучит ничем не хуже, как мне кажется, чем на органе. Кирилл на баяне играет 6 лет. Сейчас ему всего 21, а он уже лауреат всероссийских и международных конкурсов. Получает стипендию из фонда Владимира Спивакова. В программе прозвучали произведения таких мэтров инструментальной музыки, как Иоганн Себастьян Бах, Никола Паганини, Астор Пьяццолла. Так что, если хотите приобщиться к прекрасному, приходите в детскую школу искусств. Не пожалеете. Проверено нашей съемочной группой. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.